Добрый вечер, дорогие участники. Добрый день, коллеги. У меня уже столько дел сегодня было с утра, что я просто чувствую, что уже у нас самый настоящий вечер. Ну что ж, разговор у нас сегодня с вами будет очень интересный. И я искренне надеюсь, что он будет очень полезен как для молодых коллег, которые только начинают вступать в ряды наши, так и для учителей, которые уже давно работают, потому что у каждого из нас есть какие-то свои секреты, которые помогают нам успешно, вернее, к успеху вести наших учеников. В том числе они есть и у меня, их очень много. И сегодня я выбрала для вас главные, наверное, 10 teaching tips, которыми хочу поделиться с вами. И я очень надеюсь, что у вас они откликнутся, и буду рада фидбэку, какой из них вы считаете самым главным, или, возможно, вы добавите что-то еще свое. Можно, конечно, этот лист продолжать просто бесконечно. Но, тем не менее, что-то обязательно должно быть у нас самое главное, самое топовое, самое на то, на чем нужно акцентировать внимание. Да? 10 teaching tips, о которых я буду сегодня рассказывать, они не идут по порядку важности, да, то есть они все 10 адекватно, equally, равны по степени важности для меня. Имейте это в виду, когда будете смотреть вебинар. Итак, my top 10 teaching tips, коротко говоря, преподаю я уже более 28 лет. Преподавала я, кто знает мой бэкграунд, да, в разных странах, включая, кроме Российской Федерации, да, включая Египет, Россию, Украину, Финляндию, и с учителями я работаю по всему миру, знаю тоже их боли, их сложности, поэтому мои top 10 teaching tips основаны на таком как бы длинном, долгом международном опыте. Самое первое, с чего я хочу сегодня начать. Так, сейчас, секундочку, я поменяю вот так вот. Кто меня еще не знает, да? Я руководитель сети Кембриджских клубов Российской Федерации. Также я основатель методического сообщества Cambridge Teacher и являюсь организатором и методистом школы для учителей английского языка в Финляндии. Это коротко, да? Итак, первый мой совет. Говорить или не говорить с учениками по-русски. Ответ однозначен – говорить. Другое дело, сколько говорить, да? Например, у меня в клубе с начальными уровнями первые 4 месяца мы с коллегами пришли к выводу, что около 30% урока мы можем говорить на русском языке. Но при этом, конечно, use of Russian должен быть justified use of Russian. В каких случаях вы лучше все-таки говорить по-русски, чем по-английски? Это, если вам нужно, вот опять же говорю, slow level groups, наладить взаимоотношения, да, поговорить с человеком, узнать, как у него дела, почему он расстроенный, поскольку у них еще нет английского языка, они не смогут вам поведать, и вы не сможете наладить хорошие, теплые отношения. Второе, у нас такое внегласное правило, ругаем мы только по-русски, даже с учеников high levels, да. Почему? Чтобы у них не было отвращения или какого-то неприятного отношения к английскому языку. Поэтому мы останавливаемся, ругаемся, высказываем по-русски. Все, что мы о них думаем. Третье – это, конечно, правила игры. Да? То есть иногда лучше действительно сказать это по-русски очень быстро, чтобы все поняли, как играть, и потом сама игра идет на английском языке. Понимаете, нет смысла тратить очень много времени, объясняя это все на английском языке, проверяя, поняли они или не поняли. Это все занимает очень много времени, ведь у нас больше должна занять игра, чем инструкции. Поэтому лучше быстренько это все сказать по-русски, чтобы больше времени потратить на саму игру. И, конечно, грамматические пояснения. Даже на такие advanced level, я все равно перехожу пару слов на русский, чтобы провести параллель, сравнить с русским языком, да, уточнить значение того или иного. Зачем мне 2 часа
распыляться на английском языке, если я могу это очень коротко за 2 минуты по-русски сказать. Вот в этих ситуациях я считаю использование русского языка вполне нормальным и не чувствую себя виноватой, если я ради вот этих вот вещей перехожу со своими учениками на русский язык. Это был тип номер 2. So you should not feel guilty if you speak Russian. Кроме того, вам скажу даже, что по правилам кембриджских экзаменов, да, что экзаменаторы должны быть тоже, должны владеть родным языком тех детей, у которых они принимают экзамен. Чтобы услышать, там, если вдруг они подсказывают друг дружке, читят, еще что-нибудь, да. Поэтому даже кембриджские экзаменаторы являются спикерами native, того языка, на котором они принимают экзамен. Хотя, конечно, они его не используют. Второй мой совет. Да? Announce your lesson plan. Когда мы входим в класс, будь это урок 30 минут, там 40 минут, 60, 90, это очень хорошая идея. Объяснить детям, неважно, от какого возраста дети, да, что мы сегодня будем делать. При этом объяснить нужно очень коротко. Briefly. 1, 2, 3. Сначала мы с вами выучим, познакомимся с новыми словами на тему парк. Потом мы с вами быстренько-быстренько проделаем упражнения, которые помогут нам эти слова запомнить. А в конце у нас с вами будет игра, компьютерная игра. В нее особенно хорошо справятся те, кто выполнял предыдущие 2 задания хорошо. Они смогут достичь высоких баллов в нашей компьютерной игре. Но чтобы мы успели, let's start. И все, и детки уже замотивированы, согласны? То же самое с подростками, да? Guys, сегодня у нас очень интенсивный план. Давайте не терять время. Первое, мы с вами работаем над phrasal verbs, которые вам задавала домой. Мы поиграем в Quizlet или в Kahoot, там, чтобы их... Затем я послушаю ваши суперинтересные предложения с этими phrasal verbs. И закончим мы сегодня exam reading. Вот такой вот план. Да? 1, 2, 3. Это очень хорошая идея. Почему это очень хорошая идея? Да? На самом деле это основа classroom management. Да? Опять же говорю, вне зависимости от возраста детей, которых мы учим, детей, взрослых, да, они хотят знать. Вообще, то есть, ну, это в природе человека заложено, что человек хочет быть проинформирован, человек хочет быть в курсе вообще, что происходит, что будет происходить с ним. Даже если вот этот урок и ближайший как-то так вот 40 минут. Да? Во-вторых, особенно young learners, они нуждаются в классовом рутине. То есть они знают сначала песенка, там hello song, да, потом classbook, потом workbook, а потом игра, допустим, да. И каждый раз, когда вы это напоминаете, у них в голове вырабатывается определенная схема, и они привыкают к классовому рутине. При этом чувствуют себя отлично, комфортно и интересно, да. Во-вторых, это поможет вам предотвратить вопросы учеников. А мы сегодня играть будем? А песенка сегодня будет? А тест мы когда пишем? Да? То есть заранее вы им уже предсказали все это, дали все это. И даже если один какой-то ослик там не услышал, второй человек в группе, да, ему обязательно подскажет. Сказали же, что будет это. Да? Вот. И это очень важный, как бы так, момент, конечно, да. Ну и encourage, я уже сказала, как encourage, что вы им представляете все это как в форме чего-то очень важного, очень нужного. Последняя activity всегда у нас самый такой bright activity. Давайте не терять время, давайте начнем, чтобы у них была мотивация до конца урока с вами пройти. Третий мой совет, да, переходим к третьему совету. We should fulfill learner's curiosity. Первый пример я вам сказала, когда они прерывают урок и начинают спрашивать: а игра будет? А песенка когда? А тест мы сегодня пишем? А вы результаты проверили? Вот это все, почему они все это спрашивают? Потому что they are curious, и это нормально, это отлично, когда дети у вас curious, когда они хотят знать, когда они хотят быть в курсе, когда они всем интересуются, это здорово. Ни в коем случае нельзя затыкать детям рот. Отвечу после урока, там, или когда будет свободное время, мы об этом поговорим. Ни в коем случае так делать нельзя. Но, тем не менее, этот curiosity надо куда-то девать. Так вот, заранее вы должны, как преподаватель, как очень опытный и мудрый человек,
fulfill этот curiosity. Да? Первое. Когда вы рассказали уже lesson plan, уже у них часть curiosity успокоилась, да, как бы так вот заполнилась. А, все, я понял, сегодня делаем это, ну ладно. Второе. Инструкции, да, которые вы даете, да, то есть они даже с подростками должны быть encouraging такие, да, то есть как будто вы магию делаете. То есть на самом деле вы делаете очень простое задание, но вы им представляете, как это что-то супер-пупер, я не знаю. Ну вот, например, да, то есть у меня вот это flashcard, и я сегодня поднимаю им это из-за стола, так, чтобы они не видели. What's this? И они уже кричат там, что это ball. Отлично, ball. Значит, о чем мы сегодня с вами будем разговаривать? Они такие, про toys, супер. Следующее, да? А кто мне найдет в классбук, на какой страничке же у нас нарисованы toys? И они уже начинают это все искать. То есть, опять же, don't give ready answers, don't feed spoon, да, то есть не надо их с ложечки кормить, spoon feeding, если у нас такое понятие в методике, да, это все никому не надо. То же самое с подростками, да. Okay, so life stages. Today we've got life stages. What are the most important events in one's life? И они вам брейнстормят там, допустим, да, там вы на доску все это пишете, вы такие, окей, ну а теперь давайте посмотрим. Student's book. Есть ли у нас те слова, которые мы с вами сегодня делали? И это им уже дает fulfilled curiosity, и они и сами поработали, и ответ вы им не дали, что есть student's book, а что нет student's book, да. И вот таким образом потихонечку их curiosity заполняется, да, заполняется. Опять же, как можно удивлять? Да чем угодно можно удивлять. Если у вас спящая группа, особенно подростковая, да, то я, допустим, им под стул, под стульчики клею что-нибудь. Там, например, циферки клею. Как я хочу, кто на какой вопрос не ответит. Или пары, как я буду распространять, да. То есть этот стульчик номер один, это номер два, это номер четыре. Я им говорю, окей, теперь встаем, под стульчики к себе залазим и смотрим, какая циферка у вас есть. Это и есть ваш партнер. Быстренько найдите своих партнеров, считаю до пяти. 1, 2, 3, 4, 5. Все, сделали, готово. Exaggerate, да. То есть человек угадал, на какой страничке у нас классбука находится choice. Ура, yes, ты самый-самый быстрый, молодец, здорово, супер. То есть вот эти вот положительные эмоции, много положительных разных эмоций поможет вам fulfill learner's curiosity. С одной стороны, они не будут доставать вас вопросами, а я вчера вас видела в парке, а что это вы там вчера делали? Почему? Потому что у них достаточно curiosity, уже заполнили вы. Во-вторых, вот эти вот позитивные все эмоции, как бы, да, не убивают в них это важное качество curiosity. Да? То есть они по-прежнему хотят explore этот мир, explore English, explore you as a teacher. И вот так вот, не ленитесь, да. Например, одна девочка у меня, преподаватель, молодая когда была, молодая, новая, зеленая, принесла коробочку детям на урок и сказала, here, у вас есть карточки, давайте их доставать и строить с ними предложения. Сказала я. Зачем ты им сказала, что там лежит? Не надо говорить, что там лежит. Потрясла коробочкой, пошуршала и сказала, как вы думаете, что там у меня лежит? И они начинают брейнсторминг, да, как бы. Вот это curiosity просыпается, да. Она такая, no, пока кто-то не сказал там, о, там буквы лежат, точно, там буквы лежат, потому что коробочка железная, буквы пластиковые, оно все трясется, окей, good. И опять же, она не дает им ответа, что мы будем с этими буквами делать. Дети должны сказать, what do you think we are going to do with these letters? И пусть они какие-то идеи скажут, пока ты не скажешь. Да, мы будем на них называть слова. Берем буковку и называем на нее слово, которое там, я не знаю, связано с animal, например. Да? Вот тебе, пожалуйста, learner's curiosity. Я думаю, что вы поняли основную идею. Нет готовых ответов. Encourage, удивлять. Но, опять же, не путайте, не надо быть клоуном, нельзя быть клоуном, они не приходят в цирк, да, то есть curiosity и fun вещи разные, скажем так, да, и curiosity нам очень нужен, потому что, ну, в обучении языка я имею в виду, да, потому что они должны интересоваться, о, тут это слово, о, тут это слово, о, а я вижу, как теперь можно его здесь использовать, а я думаю, здесь вот это надо использовать, потому что, когда они
curiosity проявляют в обучении языка, это здорово, поэтому ни в коем случае это качество нельзя убивать. Четвертый мой совет будет о том, что ученикам надо давать выбор. Вы знаете, автономное обучение, когда мы учим детей учиться, без этого качества никак не пройдет. Да? То есть они не смогут у вас быть autonomous learners, которые сами учатся, сами мотивируются, да? А без того, чтобы вы научили их давать choice. Что я имею в виду? У нас же всегда с вами запланировано несколько разных activity, правда, на урок. Что с малышами, что с подростками. Да? И вот я спрашиваю, guys, we've got today like reading, опять же, это можно сделать the first stage, когда вы план анонсируете, да? Well, we've got reading and listening. What would you like to do first? Вот, или у нас с вами есть reading and listening, и что-то мы сделаем в классе, а что-то мы сделаем дома. Как вы считаете, что мы должны? Вы знаете, я всегда по правилу большинства, то есть большинство за что проголосовало, то мы и делаем. Никогда никто у меня не ругается, все умеют договариваться отлично, и все. Второй способ, как бы, да, кроме choice activity, время. Я им показываю задание, говорю, how much time do you need? Всю группу спрашиваю. Кто-то говорит 5 минут, кто-то говорит 10 минут. Я говорю, окей, давайте сделаем серединку, 7 минут у вас. Что происходит, если за 7 минут они не справились? Что происходит? Вы в этом виноваты, как учитель? Конечно, не вы. Because they take responsibility for their learning. Это они сказали, что им надо 7 минут, это не вы сказали. Поэтому они на вас не обижаются, да? Но они набираются опыта, они набираются ума, и они учатся свои силы сопоставлять. Это очень важный навык, потому что даже во время экзаменационных как бы, заданий, да, они должны знать, сколько времени им на что надо будет. Поэтому это безумно правильный навык, ребята. Очень советую вам это, этим пользоваться. Как бы, да? Вот. То же самое with interaction. Да? Все мы знаем, что у нас ученики разные. Кто-то любит работать в парах, кто-то любит работать в мини-группах, кто-то никогда не работает ни в паре, ни в мини-группе, предпочитает сам по себе индивидуально работать. Зачем нам детей насильно навязывать детям, да, этот interaction? Там, если у тебя по lesson plan написано, что сейчас у нас peer interaction. Почему вообще? Why? Why? Я знаю, что у меня есть такой вот один индивидуал, прям закрытый, и он отлично работает, когда он сам. И когда ты его в пару ставишь, все очень печально заканчивается. Партнер начинает обижаться, задание не выполнено, и ну, атмосфера, в общем-то, нарушается. Поэтому я говорю, я их спрашиваю всеми, окей, как вы хотите это сделать, в парах или индивидуально? Или, допустим, там всем классом или индивидуально? Я всегда даю своим студентам выбор, хотя бы что-то одно выбрать. Вот, если все захотели в парах, а это чудо, которая закрытая, да, такое у меня, хочет индивидуально, it's okay, подумаешь, та пара, которая должна была быть с ними, берет и, guys, вы работаете втроем, почему нет, why not, и все счастливы, потому что эти пары, это индивидуально, задание выполнено, и все хорошо. Это абсолютно нормально, когда люди предпочитают работать по-разному. Опять же, кто-то, там, 2-3 человека сказали, нет, мы сами будем делать, отлично, а эти сказали, мы вместе будем делать, отлично, why not. Опять же, they take responsibility for their learning, да, то есть, и, в общем-то, для вас, чтобы задание было выполнено, и все научились, а результат будет именно таким. И еще, здесь важный момент такой, да, я не говорю про инициативу. Конечно, особенно low dynamic groups, которые у нас такие умирающие лебеди, ни в коем случае мы не даем им вообще никакую инициативу, там, например, окей, чем вы сегодня хотите заняться? Мы такое не говорим, они ничего не хотят, им ничего не надо, да. Вы конкретно говорите, это, вот это называется выбор, не инициатива, да? Окей, кто будет работать с Петей? Это не выбор, кто будет работать с Петей, да? Вы говорите так, в паре или индивидуально, вот это выбор. А с Петей это уже инициатива, как бы, да? То есть дети себя, как правило, особенно подростки, не очень комфортно чувствуют, когда вы заставляете их проявлять инициативу. Если они хотят, они ее и так проявят, как бы, да? Вот. Но я думаю, что я вас убедила в том, что давать выбор ученикам очень важно, потому что это учит их учиться, потому что они соотносят свои силы, потому что у них разные learning styles, у них разные виды interaction они предпочитают, и они, ну, в конце концов, учатся по-разному, так же, как и мы с вами. И еще один важный совет от меня. Да? Вы знаете, я иногда вижу на уроках, что учителя дают детям в Quizlet поиграть.
на уроке, там, да, вместо warm-up, допустим, да, сидите, играете в Quizlet, а потом переходят к заданию. Ну, на Quizlet на самом деле всегда уходит минут 10 урока. Почему они не могут это сделать дома? Объясните мне, почему они не могут это сделать дома? То же самое я не понимаю, когда учителя дают студентам чтение домой, да? Там, допустим, workbook чтение у нас идет, reading. Почему вы это даете домой? Ведь там всегда столько много конструкций, там всегда столько заданий, там всегда столько языка, который нужно выжать, отработать и проработать вообще, да? И если детенок забрал домой, он же ничего сам этого не сделает. Поэтому на уроке мы занимаемся только тем, где нужен учитель и где нужна cooperation с его одногруппниками, да? Например, я никогда не даю домой заучивать слова. Это трата времени дома, понимаете? И детенок все равно ничего не запомнит. Зачем же я тогда провожу урок вообще 90 минут, если он слова должен учить дома? Первый мой довод, как бы, да? Второй довод, наверное, довод это украинское слово, я думаю, вы поняли. Второй довод, да, ведь в паре, когда они работают в паре, один говорит номер, второй говорит слово, потом они меняются, друг друга делают, они быстрее запоминают. Тут даже и учитель нужен, но нужен одногруппник, да, с которым вы пообщаетесь, который поможет вам все это дело запомнить. Потому что это competition, это все равно небольшая игра такая, как бы, да, и это их мотивирует. Вот. А вот, например, я не знаю, там, даже письмо. Понимаете, когда мы пишем письмо с маленькими уровнями, с большими уровнями, B1, B2, A2, неважно, я пишу письмо только на уроке. Writing. Весь writing я делаю только на уроке. Почему? Потому что это process writing. Я хочу им показать, как нужно, как можно, как это улучшается. Мы вместе пишем одно предложение, потом мы его улучшаем, возвращаемся, потом вот так, вот так, вот так, вот так, да? То есть это все process writing. И даже когда вот у нас осталось там 2 недели до экзамена, они при мне пишут, мы устанавливаем время, ребята, это 40 минут, и я тут же instant feedback даю. Вот здесь так улучшить, вот здесь так улучшить, это так сделать. Вот, то есть с одной стороны нельзя терять время ни дома, и с другой стороны мы теряем время на уроке. То есть на уроке мы делаем только ровно то, что и где у нас нужен учитель. Quizlet, мобильные приложения, записать видеоблог о своем завтраке, это все мы даем домой. То, что не скучно, то, что неординарно, и то, что не нуждается в учителе, собственно говоря. Учитель, если хочет проверить, поиграла, ничего не поиграла, выполнила, не выполнила там задание на электронной платформе, зайдет в свой кабинет и посмотрит все это дело. Да? Вот. Поэтому уважайте время учеников. Например, ко мне детки приходят всего 2 раза в неделю по 90 минут. Это 8 раз в месяц, елки-палки. А у нас экзамен на носу, и мы должны его сдать, потому что я родителям пообещала. Конечно, я из кожи вон лезу для того, чтобы... to make sure, что ни одна минуточка у меня не потеряна, ни одна. Да, я могу себе позволить пить кофе на уроке, но когда я пью кофе на уроке? Когда у меня дети друг с другом запоминают слова, например, да, то есть когда они действительно заняты, когда у нас что-то очень эффективное происходит в классе, вот в таком параметре. Посмотрите, пожалуйста, на свои activity немножечко по-другому, да, действительно ли я здесь нужен учитель, или это можно дать домой, чтобы они это сделали. Следующее. Очень важный навык – это слышать, а не слушать. Да? Я думаю, что вы согласитесь со мной. Здесь касается и родного языка, и английского языка. Так вот, на уроках, именно на уроках английского языка, мы с вами очень-очень можем легко и интересно этот навык развить. Навык слышать. Слышать учителя, слышать одногруппников, да? Слышать вообще все, что происходит вокруг. Это не только will help them to enhance their listening skills, а в принципе сделать их более внимательными собеседниками. Как это развить? Вы задаете вопрос, и только после того, как вы задали вопрос, вы говорите имя того человека, которого вы хотите ответить. Например, okay, what did you do yesterday? Иван. Иван отвечает. Отвечает. Вы говорите, thank you. And what about you, Костя? Костя такой, оп, а Костя-то и вопроса не слышал, и то, что Иван сказал, не слышал, а Костя должен продолжить то, что говорит Иван, потому что what about you, соответственно, ты должен параллель отреагировать на то, что сказал Иван, и сказать свое, и провести там небольшую параллель, и обязательно упомянуть, а у меня по-другому день прошел, или я делал все то же самое, что Иван делал, понимаете?
Этот навык очень ценится в любых спикинг на кембриджских экзаменах, в любых, начиная с уровня А2. То есть ты реагируешь на то, что говорит собеседник. Но как адекватно реагировать на то, что говорит собеседник, если ты и вопрос прошляпил, и то, что тот говорил, прошляпил, и, конечно, you lose points, да? You lose points for interruption, for communication, потому что ты теряешься, ты этого не слышишь, да? То же самое мы сначала делаем вот teacher-students, такой interruption у нас идет, да? А потом student-students, то есть потом Костя точно так же. Там у нас всегда же у нас в students book есть различные вопросы, да? Он открывает students book, сначала он читает вопрос, и только потом он называет имя того, кто бы он хотел, чтобы на этот вопрос ответил, да? Вот таким вот образом. Поэтому это очень важный навык, и я, например, всех своих учеников, начиная с 7 лет, уже приучаю работать именно вот так. Что происходит, когда вы сначала называете имя, а потом вопрос? Что происходит? Все остальные автоматически отключаются. Это не ко мне. Это не ко мне. А вот это тот вариант, когда сначала я спросила Ивана, да, там, what did you do yesterday, Иван? Они все равно слушают. Почему слушают? Потому что они знают, что what about you and what do you think? Я спрошу любого из них. И они это знают. В кембриджских экзаменах три фразы вот таких, как бы, да, после того, как первый кандидат ответил, уровни А2, Б1, Б21 и так далее, what about you, what do you think, do you agree? Возьмите себе сразу из малявочного возраста начинайте это тренировать. Таким образом, когда они до FCE дойдут, они будут уметь это делать. Возможно, даже раньше. По опыту скажу, что месяцев 6 надо для того, чтобы выработать это на том уровне, о котором мы говорим. На том уровне, который мы хотим от них добиться. А большая половина типс уже позади. Переходим к седьмому. Поменьше учителю находиться in front of students. Что я имею в виду? Да? Чем школьные учителя отличаются от нас? От учителей дополнительного, как бы так скажем так, образования. Да? Тем, что всегда школьные учителя подчеркивают. Я учитель. И при этом это все вот так, как будто я учитель, а ты тут, вот там твое место, короче говоря, да? И в первую очередь это очень чувствуется, когда учитель постоянно находится на своем учительском месте, за своим учебным столом. Я туда поглядываю, потому что у меня там стоит учительский стол. Вот это не очень хорошо, да? То есть я не говорю о том, что совсем рамки надо стирать и приходить на плане братства. Но если вы хотите быть со своими учениками на одной волне, то вы в прямом смысле должны быть с ними на одной волне. Быть среди них, да, то есть редко, когда я нахожусь за своим учительским столом, редко, когда я щелкаю презентацию, возможно, как-то так, да, а все остальное время они выполняют workbook, они выполняют classbook, я между ними. Что я делаю? Я хожу и мониторю. Ученики сидят вместе, как я уже давала вам это задание, вместе в паре заучивают слова. Что я делаю? Я хожу между ними и ушком мониторю, слушаю, вдруг кто-то что-то неправильно произнес, как бы, да, сразу это все делаю. Конечно, в разы эффективность повышается, эффективность занятия, да. Дальше, играете вы в игру, встаньте в круг вместе с учениками, вместе с ними бросайте мячик. Малявки, поднимайте малявок, чтобы они пели с вами там Hello Song или еще какую-нибудь песенку. Пойте вместе с ними. Да? То есть будьте среди них. От того, что вы все время среди них, от того, что вы очень близко к ним, поверьте, они все равно будут знать, что вы учитель. Они все равно будут вас любить и уважать. И любить будут еще гораздо больше, потому что вы рядом, физически рядом. И, соответственно, ну, душевно тоже они морально понимают, да, что вы всегда рядом. Если нужна помощь, то вы рядом, а не где-то там напротив, на фронт-деск сидите и руководите всем сверху или издалека. Я думаю, что идея понятна, да? Так. Восьмой teaching tips, очень-очень важный, transition. Что такое transition? Многие учителя страдают тем, что они, не закончив первое задание, переходят ко второму заданию. Что я имею в виду? Сидят мои детки, студенты, пишут что-то в классбук, да? Все, мы уже закончили работать в классбук и уже открываем workbook.
И вот дети писали, писали, писали все эту ситуацию, да, дети сидят, пишут, пишут, и вдруг я говорю, окей, close your class books, open your workbooks at page 49. Что не так в этой инструкции? Вот что не так? После слова open, sorry, close your class books, мы должны сделать паузу и убедиться, что все закрыли class book. Потому что я-то еще пишу, а этот уже закончил и вообще давно закрыл и убрал этот классбук, понимаешь ли, да? А кто-то вообще не знает, где классбук, где work, понимаешь? Поэтому close your classbooks, глазками такая пробежалась, пробежалась, пробежалась. Петя, close your classbooks. И только после того, как они закрыли, ты говоришь, окей, thank you, now open your workbooks at page бла-бла-бла-бла-бла. И тогда они открывают. Если не делать эти мостики, если не делать эти переходы, ты столкнешься с тем, что класс начнет шушукаться. Что открыть? Какую страничку открыть? А это что, уже убрать? Тут мы уже не работаем, да? Зачем это все надо? Это все роль учителя, как бы, да? Сделать нормальный мостик между одним и между вторым. Закончили workbook. Теперь нам надо их поднять и пойти в холл поиграть. Учитель говорит, окей, finished, thank you, close your workbooks and let's go with me. И побежала. Прибежала в коридор, а детей нет за ней. Возвращается, а там еще кто-то что-то дописывает, кто-то уже на полпути к холлу идет. Опять же, незаконченное задание. Да? Если ты сказала, это не значит, что оно выполнено. Поэтому make sure, что okay, thank you, we finished, close workbooks. Everybody, everybody, close your workbooks. Stand up and let's go. И может быть, пусть они даже впереди тебя идут, понимаешь? А ты за ними идешь. Вот, вот это нужно сделать. Понятно, что мы плавно логически выстраиваем. Это одно. Но переход от одного задания к другому должен быть четкий, ясный, понятный. Окей? Я думаю, что сейчас вы тоже четко, ясно и понятно перейдете со мной к девятому типсу, который я для вас подготовила. Так, это целеполагание. Да, целеполагание. Очень обидно бывает за учеников, когда им учитель бездумно дает все задания, которые есть там в классбук, воркбук, наивно полагая, что все эти задания очень полезны ученикам. Да? И когда ты спрашиваешь, а зачем ты вот это вот задание дала? Она говорит, ну я не знаю, ну интересный текст. Да? Это, конечно же, не целеполагание абсолютно. Хорошо. А вот в парах они у тебя зачем работали? Она, ну, чтобы спикинг развить. Отлично, спикинг чего? Какая была конкретная цель? Поэтому общее, когда вы общими понятиями руководствуетесь при выборе задания, что такое общая там цель? Ну, например, развить listening skills или выучить неправильные глаголы, или там, например, я не знаю, разучить слова песни. Это все общие цели, которые в принципе выполняют все наше занятие. Так вот, каждое задание должно иметь более определенную цель. Например, выучить 5 неправильных глаголов. И ты прописываешь себе в lesson plan, какие именно. Да? Соответственно, outcome будет какой? Что после этого задания ты поднимешь детей, они закроют учебники, и ты кидаешь мяч, говоришь them bring, они кидают обратно, говорят brought. И ты гоняешь эти 5 глаголов. Вот это цель понятная, правильная, и это outcome. Следующее задание, ты их посадила, и у тебя идет, допустим, там из present simple сделать past simple. То есть у них дано, например, my mom brings cakes every day. Они должны написать про past simple. My mom brought cakes every day. Цель этого задания какая? Цель этого задания в контексте посмотреть употребление этих неправильных глаголов. Да? Возможно, в этом же задании вы уже дадите им слова спутники. То есть там было everyday, а тут будет yesterday, например. Да? То есть, значит, тогда цель у нас будет и контекст, и научиться определять, идентифицировать слова спутники. Допустим, да? Вот эта цель у нас. Outcome какой может быть? Тот же самый. Подняли их, ты говоришь им present simple, они говорят тебе past simple. Но с другой стороны, зачем тут учитель? У них же предложения написаны в тетрадке там, или в workbook, с чем вы работаете, написаны. Значит, опять же, вы берете себе чашечку кофе
и детей сажаете в пары. У одного книжка открыта, у другого закрыта. Тот, который открыт, говорит «My mom brings cakes every day». Тот, у которого закрыто, говорит «My mom brought cakes yesterday». А тот проверяет, потому что у него записан ответ. Вот и все. Вот тебе конкретная цель, вот тебе конкретный ауткам, а ты сидишь как учитель, слушаешь, уши твои радуются, ты попиваешь вкуснейший кофе, получаешь удовольствие и от того, что ты слышишь, и от того, что ты пьешь. Понимаете? То есть каждое задание должно иметь конкретную цель. Если это диалог, значит, должен быть цель для диалога. Диалог для чего он нужен? Чтобы показать структуру построения, допустим, там разговора. Или научить естественной реакции. Да? То есть обязательно должна быть какая-то конкретная цель. И именно это ты должен услышать потом как ауткам. Именно это, а не просто отработать диалог. Очень хорошо, очень хорошая цель. И чего? И чего? Чего отработать тут конкретно надо, да? То есть всегда очень конкретно ставьте цель, очень детально ставьте цель. Если вы даете им flashcards, тогда, если вы работаете с flashcards, то цель какая может быть? А всякая разная может быть. Может быть, вы прицепите эти flashcards на доску и попросите детей назвать, да? Тогда цель какая? Вспомнить то, что учили на прошлом занятии. Возможно, цель у вас будет другая. Дети выйдут и напишут вам. Подпишут под этими карточками слова, тогда будет отработать написание таких-то слов. Понимаете, то есть всегда очень четко ты знаешь, зачем ты это задание делаешь. Только так. И помните одно важное правило. We teach students, we don't teach books. Если в книжке написано, что нам надо ответить на 5 вопросов по тексту, а вы чувствуете, что этого очень-очень мало, и что нам нужно еще проработать вот эти структуры, нам нужно вот из текста проработать там фразовые глаголы, нам нужно adjectives выбрать из текста и научить их это в полезном контексте говорить. Делайте. Делайте, потому что вы teach students, we don't teach books. Я, например, никогда в жизни у меня такого не было. Никогда в жизни, клянусь, такого не было, чтобы я с подростками закончила учебник за год, и мы пошли сдавать экзамен. Не было. Если я очень молодец, мы 70% учебника берем. Если я очень молодец. Но, тем не менее, они идут на экзамен, они показывают шикарные результаты, потому что я учу их языку, я учу студентов, я не учу книгу. И уже родители, поначалу родители как-то, мы же еще тот не закончили. Кто вам такое сказал? Мы все основное там взяли, мы идем на новый уровень. И пошли. Идея понятная, я думаю, да? И как каждый грамотный учитель, конечно, у нас всегда должен быть резерв. Резерв – это не только то, что ты можешь дать fast finishers, там, да? Или если детки быстро все закончили, и тебе, ну, чтобы не сидеть там, не знаю, в ладушке не играть, что-то надо летать. Нет, резерв – это также еще то, что можно убрать. У меня урок 90 минут. Я планирую урок всегда где-то на 120 минут, да? Но я всегда знаю, что у меня самое важное, а что у меня не важное, что я могу убрать из этого урока, как бы, да. Поэтому резерв, еще разочек, это не только то, что экстра таск, это также то, что ты можешь убрать, то, что не важно. То, что не важно, потому что ты ориентируешься на своих студентов, ты чувствуешь в данный момент, что им надо, что им не надо. Это я к чему? Потому что не обязательно все, что у вас прописано, вы должны выполнить прямо сегодня. Кто вам такое сказал? А ваша цель какая? Ваша цель, чтобы они запомнили 5 глаголов. Все, запомнили 5 глаголов. Брин, брод, еще что-то. Там все отлично, мы идем дальше. Чего сидеть-то? Хотя я запланировала 4 интересных упражнения. Но outcome же уже есть. Уже они это выучили. Teach students, а не your lesson plan. И идите дальше соответственно. Да? Вот что я здесь имею в виду. И пришла пора поделиться 10-м из моих top teaching tips. Одно задание лучше, чем много заданий. Играйте с языком, да? То есть play with language. Прорабатывайте, выжимайте максимум из этого задания, что только можно выжать. Я уже в течение этого вебинара немножко вам примеров говорила, да? Так вот, я всегда беру одно задание и прорабатываю вдоль и поперек. Я могу с reading работать 40 минут. Reading, один reading text, но я могу с ним работать 40 минут, после чего они будут идеально знать всю грамматику, они будут знать весь vocabulary, который есть там, нужный vocabulary мне, они будут и gist reading делать у меня, и reading for details делать, и все будут делать, понимаете? Вот что я имею в виду. Я буквально наугад вчера, когда готовилась к этому вебинару, выбрала несколько заданий уровня А2, А1, А2 на technology. Вот мне попался такой юнит,
И, честно говоря, я не готовилась совершенно, я просто скопировала вам это задание, чтобы дать идеи, что я имею в виду. Вот это задание из Prepare 2, Unit Technology. Здесь что дано? Дано, что вот эти слова, и дети их слушают и повторяют. Вот это задание, которое дано. Да? Слушают, повторяют. Очень хорошее задание. Listen and point, listen and repeat. Отлично, отлично. А дальше что? А дальше я начинаю гонять по кругу. У меня группа 8 человек. Первый человек говорит то, что картинка A, второй говорит B, второй говорит C и так далее. Я гоняю это по кругу. Зачем? Цель какая? Конкретная цель какая? То есть если первая, цель первого задания listen, point, listen, repeat была ознакомиться со словами на слух, да, то цель вот этого второго задания, когда они по кругу гоняют, отработать pronunciation и немножко запомнить слова. Отработать pronunciation, немножко запомнить слова. Потому что следующим заданием будет memorizing in pairs. Они с соседом поворачиваются друг к другу и начинают. То есть первый говорит там картинку, например, I, второй говорит smartwatch. А потом первый говорит D, тот говорит keyboard. То есть они в парах запоминают слова. Превосходно. В это время вы свободны, вы пьете свой кофе, вы ходите мониторить ушком, что происходит вообще и как помогает, если они что-то там забыли и так далее. Да? Дальше вы должны проверить все это дело, естественно. Да? То есть вы выводите это на экран, у них же в учебниках подписано там все это дело. Закрывают они учебники, и вы, допустим, с помощью мячика проверяете. Кидаете мячик, говорите букву, они возвращают мячик, говорят вам слова. Да? Следующим заданием может быть, например, а теперь расскажи, что из этого у тебя есть. Да? И расскажи, для чего ты это используешь. Например, I have bought headphones and I use them every day because I listen to music. Например, I've got a smartphone and I use it to chat with my friends, ту-ту-ту-ту, еще что угодно. Да? Опять же, те же самые картинки, те же самые слова, но уже мы выводим speaking. Цель задания какая? Цель задания уже использовать эти слова в предложении, в смысловых предложениях. Да? И плюс конкретно этого задания связать их с реальной жизнью. Personalization такой получается. Да? Дальше у меня вот я с этим заданием конкретно брала пластиковые буковки, цветные пластиковые буковки, магнитики, вы все такие имеете, от A до L. И в коробочку спрятала. Они вытаскивали по две буковки, например, K и I, там, допустим, да, у них попалось. И они сравнивали, что more useful. И объясняли, I think smartwatch is more useful because you can see your track, you can see the time, answer phone calls, but with headphones you can only listen to music, например. Да? Это был такой интересный как бы так discussion. Опять те же самые картиночки, все то же самое задание. С ними же можно написать диктант. Вы их просто выводите на экран и молчите себе в тряпочку. А детки пишут A, лаптоп, B, то-то-то. И дальше что? Дальше они открывают учебник и сами себя проверяют. Вообще здесь учитель не нужен. То есть, опять же, это autonomous learning. Они сами учатся, они сами все делают. Либо peer check. То же самое, самостоятельно дети заняты. Зачем вам проверять? Зачем вам тратить время это проверять? Это не для этого. Поэтому у них все написано, они взяли себя, проверили. Да? То же самое крокодил может быть. Да? То есть группа students работают. Да? Один выходит, загадывает какой-то предмет, объясняет его, для чего оно используется, как оно выглядит, а группа угадывает. Например, то же самое, все то же самое с этими словами. Одно задание, одни картиночки. Но сколько всего можно сделать, чтобы проработать и разные навыки, и разные аспекты? Зачем мне еще другие там качать картинки, другие спикеры, другие headphones. Зачем? У меня есть то, что у меня есть, и этого вполне достаточно. В этом же Unity у них предполагается вот такое задание, где они пишут the best, the lightest, the most popular и так далее. Да? То есть задание было вставить эти слова в superlative form. Вставили слова в superlative form. Pronunciation проработали, почитали. И что? И что? Этого мало? Этого мало. Зачем мне искать следующее задание на superlative forms или на adjectives, которые связаны с технологией. Зачем? Если у меня есть это задание. Очень здорово идет opposite. То есть вместо good они скажут my dad has the worst computer in our house. My laptop is the heaviest one you can buy. И так далее. Не the most popular, а the least popular. Таким образом, что происходит, да?
что они сразу вспоминают opposites, они they expand vocabulary, они совсем по-другому вообще ну, уже смотрят как бы на язык, потому что they play with the language. Еще одним интересным заданием может быть вообще поменять adjective. Не good, не bad, а что-то другое. Например, my dad has the oldest computer in our house. И дать им время самостоятельно написать предложение, а потом они друг другу зачитывают и сравнивают. Я написала my dad has the oldest computer in our house. А сосед мой написал my dad has the most modern computer in our house. Таким образом, я и свои adjectives услышал, и его услышал. И как минимум 4 adjectives уже про компьютер я могу сказать. Good, best, modern и что там про old, допустим, да? Вот. Таким образом, я, например, вижу себе lexical approach. Когда ты, when you play with the language, ты это убираешь, это присоединяешь и так далее. Потом, в конце концов, можно вообще гаджет поменять. My dad has the best, только не компьютер, а my dad has the best speakers in our house. My, что-то, что у нас lightest может быть, да? My phone is the lightest one you can buy. То есть, что еще бывает light, что еще бывает best, говоря о гаджетах. Опять же, одно задание, проработали его несколькими, и вообще отлично все получается. Ну, напоследок вот это вам еще расскажу, да, задание. Все мы знаем таких заданий, миленьких, хорошеньких, симпатичных заданий, это бывает много в каждом workbook. Соединили мы buy clothes, chat with friends, download videos, там, surf the internet и так далее. Все мы это с вами сделали. Составили предложение о себе любимом, как бы, да, и все. Так вот, я не люблю, когда так, и все, потому что это прекрасный материал, с которым можно работать, прорабатывать. Например, make true-false sentences, да, то есть что-то true, что-то false, и дайте им выбор. Выбери любые 5 словосочетаний и сделай с ними true-false sentences. При этом я в таких заданиях никогда не говорю, сколько sentences true, сколько sentences false. Я оставляю это на кандидатов, потому что тогда интереснее угадывать. Может быть, все true, может быть, все false. И в парах, чтобы не затягивать губы, да, в парах они друг дружке зачитывают и угадывают. Вот что в этом задании хорошего? А в том, что все скиллы прорабатываются. Когда они пишут 5 предложений, это writing. Когда они говорят его соседу, это speaking. Когда сосед слушает и угадывает, это listening. Когда я ему читаю, это reading. Понимаете? Вот и все. Everybody involved. Опять же, autonomous learning, потому что вы здесь ничего не делаете совершенно. Вы просто глазком подсмотрели, что предложение правильно написано. Вот и вся ваша роль. Теперь слушайте ушком, чтобы все было правильно сказано. Вот и все. Это может быть, например, третий вариант, как snowball game. Я говорю одно предложение себе. Например, I often chat online with my cousins. Следующий кандидат говорит, Ольга always chats online with her cousins. И прибавляет о себя, I never go online. Третий говорит про Ольга, про Петя и про себя что-то, да, используя вот эти фразы, которые есть, вот эти словосочетания, которые есть. Таким образом, это и personalization, и memory у вас тренируются. И вот эти collocations отрабатываются в контексте, в понятном, нужном контексте для них, как бы, да. Дальше мы можем поиграть с самим языком. Вот, например, buy. У нас может быть buy clothes, а я прошу их в парах подумать, buy, что еще мы с вами можем сделать. Buy food, buy toys, например. Chat. Chat with friends. Окей, chat. Еще два noun добавьте мне. Chat with classmates может быть, да. Chat online может быть. Да? Download. Можно download games, download videos, download music, download photos. Что еще может быть? Таким образом, вот этот lexical approach, он разрастается, как бы, да, то есть они учатся уже видеть этот язык более так open-minded, скажем так. Или наоборот, right to more verbs. Вот, например, friends. У нас есть chat with friends. Что еще можно сделать, говоря про онлайн-технологии, как бы, да? Например, переслать песню, как бы, да, send, или там post, или еще что-нибудь. Что еще можно сделать с friends? Или games. Можно play games, можно download games. Что еще можно будет? Exchange games, например, и так далее. Да? Еще очень хороший вариант с этими же словами. Write three questions. То есть они каждый пишут 3 вопроса. Опять же, на выбор. Понимаете, важно давать выбор. Вопросы с вопросительными словами. Например, мы это оговариваем. Да? И потом они просто интервью делают и рассказывают о том, кого они проинтервьюировали. Например, how many songs do you download every day?
Или how often do you chat with your friends? Have you ever surfed the internet at night? Что угодно, да? То есть вот такие вот вопросы. Я надеюсь, я вас убедила, что лучше брать одно задание, поиграть с ним, выжать из него максимум, который можно, и все, и тогда будет вам счастье. Ну что ж, кто еще не знает меня, давайте дружить. Вот мой мобильный телефон, это мой WhatsApp и Viber, и мой комьюнити Cambridge Teacher. Приходите в гости. У нас всегда много интересных вебинаров полезных происходит для учителей. Буду благодарна, если вы оставите в отзывах под этим вебинаром то, что больше всего откликнулось вам. И то, что, возможно, вы хотите работать над этим, начиная уже с 1 сентября. На этом все. Желаю вам успешного нового учебного года и всего самого наилучшего. До новых встреч в группе Cambridge Teacher.